Ну, это у нас азбука вкуса. Ну, смотрите, в общем, мы начнем. Дата производства, упаковка. Ну, как всегда, ребят, ну вот как всегда. Вот это вот злодейство, как они любят. Причем, дело-то тут на самом деле. Цена 2500 за килограмм вот это, да? Нормально. Дата производства тут нет, упаковано только и все. Вот, пожалуйста. Ну что, я хочу сказать, что мы сейчас немножечко пройдем, посмотрим, как они тут все продают. Там кусок или нарежьте? Нарежьте, пожалуйста. А может... Нарежьте, сейчас я подойду. Ну хорошо, как получит, так и сделайте, хорошо? 150? Да, 150, можно чуть больше. Отдадите мне хлеб, вот, пожалуйста, вот этот. Который перетаж? Да. Чуть-чуть. Чуть-чуть мы прошли, и вот серьезно, почти нигде, почти везде отсутствует маркировочка. Это первый такой, знаете, маленький звоночек к тому, чтобы насторожиться. Вот салатики, пожалуйста. Вот просто вот идешь мимо и видишь салатики, да, стоят? Ребята, салатики должны храниться в холодильнике. Что они делают на холодильнике, я не понимаю. Причем, смотрите, тут даже, ну, полной информации нет, они их обрезали как-то. 12 часов, а как должен он храниться, нет. В любом случае, он должен храниться в холодильнике. Дата производства нет. Это не их производство, это по-любому не их производство. Это халтура. Девушка, можно вас? Кто здесь? Нет. Подойдите, пожалуйста. Дата производства есть, 26-е, упаковано 27-го. Проверим сейчас. Дата производства 26-го, упаковано 27-го. Вот тебе не кажется похожим? Одинаковые? Одинаковые. Просто здесь нету даты производства, а здесь есть. Как нету? Ну вот. Может, забыли. Ну, может быть. Дайте мне, пожалуйста, аннотацию вот от этих вот мидии и шупальца. Щупальца кальмара. Аннотацию. Ну, где хотите. Я не знаю, как у вас там, где что находится. Дата производства отсутствует. Ну, смотрите, ну вот это не продают, да? Вот скажите, вот тут я вижу у вас студень мясной. Он на вашем производстве? Вы его здесь сделали? Нет, привезли. Ну вот, пожалуйста, расфасовали, но не сделали маркировку. Жду аннотацию вот на эти три продукта. Да. Давайте посмотрим. Как тебе салат нравится, оливье? Как он выглядит? Выглядит он. В смысле списываете? Вот дайте мне оливье посмотреть. Что дать? Оливье, салат прям вытаскивайте, дайте посмотреть. Он не запакован, да? Это я только открыла, уже списываю все. В смысле списываете? Мне нужно. Где аннотация? На что? На оливье. Она должна быть здесь. Вот сразу. Я должен ее сразу увидеть, аннотацию и всю маркировочку. Почему нет? Я вам говорю, когда вот пришли, вот продавец здесь был, она показала. Продавец уходит, отдел закрывают. Доступ ограничивают, чтобы люди не зашли сюда. Но я же это давно забыла. Но я-то при чем здесь? Я увидел, я хочу салат, и все, я не смогу его есть. Но он вот, с виду... Вот на миди. Он даже с виду, короче, заветрен, вот видно же. Дайте миди посмотрим. Вот на миди, это масляное. Миди в масле. Гони до 26-го. Дата изготовления. Так, сколько здесь вес? 0,6. Здесь мидий у нас. Сколько вес? 230. А там мидий. Это те же мидии. Вот. Там хотите сказать полкилограмма? Взвесите, пожалуйста, вот те мидии. То есть они хотят сказать, что это полкило всего у них. Всего было мидий. Сейчас мы проверим. А здесь сколько в одной этой только? Вот здесь у нас 230 грамм. Здесь 24. Это не миди, сейчас 230, и здесь 230. 400. Вот смотри, уже 460, и еще вот это, полкило примерно. Тут уже больше в два раза, чем у них на аннотации. Тут кило 600 получается. Кило 600? Да, кило 600. Где еще три аннотации от миди? Давайте. Еще три. Дайте сюда ее. Три, еще три на миди. Должно быть у вас еще три. По-любому она есть. Сейчас я позвоню. Да. На этот нету никакой ни маркировки, ничего нет. Это про срок. Не, убирайте, выкидывайте сразу. Сразу, оливье прям выкидывайте, он на вид заветрен. Да, и... так уже вот, давайте списывайте. Не, расскажи мне про булочки. Ну, смотри, булочки — это не их продукт, они их здесь не пекут.
Понимаешь? Они также проходят дефростацию, размораживание. Да. Выглядит, как будто то есть, вот если это не их продукт, они должны продублировать, правильно, дату производства, общую срок годности. Они здесь не продублируют, дата производства пустая. А упаковка это реально, когда просто мне взяли из прилавки и упаковали. То есть да. Неизвестно, когда произведен. Да. То есть ты здесь не получаешь неполную информацию. Это в нарушение законодательства, это некачественный поэтому товар. Поэтому я и взял. Так. Ну что, у нас есть... Что у нас тут есть? Ну, дата производства есть? Я просто видел, за этим прилавком другой человек работал, правильно? Он работает до 10. Владимир. Владимир. Домой. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Здравствуйте, Владимир. Он домой не идет. Он, наверное, хочет с нами пообщаться? Да, я хочу пообщаться, ага. Безусловно. Вы здесь продавец? А, был когда-то, два месяца назад. А, в смысле, в отделе мяса. Да, в отделе мяса. Два месяца назад. Сейчас я на воде. Я понял. Давайте по свинине. Но тоже опять смотрите, даты производства нет. Вот вы когда продавали здесь, у вас так же было? Не было конечно, даты производства? Конечно. Дата производства на почему? Раз. Почему у вас нету даты производства? Я вам сейчас покажу разную. Нет, я его говорю вот здесь почему нету даты производства? Какую дату? Какую? Я вам сейчас здесь покажу. Да мне не нужна она здесь. Я нужна? Вашего коллегу. Это родная аннотация. Стоп, я вашего коллегу именно вот за такое вот привлек с помощью Роспотребнадзора и наложили штраф на нее и завели административное наказание. До 20 000 рублей. Мы вас знаем. Мы вас знаем. Мы видели ваши видео в Ютубе. 3 килограмма. Ну, вес у них у всех разный, произвольный. 24-го. Место положи. 31-го. Но оно в рамках. Я так понимаю, тут в правилах тыкать и грубо общаться, да? Не, мы также. Я нет, не я знаю. Вижу ваше корпоративное общение, поэтому я тоже буду с вами сейчас. Ну, мы вам тоже будем тыкать. Дело в том, что я в гонениях. Вы в гонениях? Да. Но вы работали здесь? Я работал здесь, меня отсюда сняли ввиду того, что я отказал директору в торговле просроком. Директору отказались? Да, да, да. То есть директор вас спросил, чтобы вы продавали? Не просила, а заставляла. Угрозы увольнения. Очень интересно. Хорошо, сейчас подождите. Вот смотрите, я вот просто знаю, что Владимир более ответственный человек. Вот смотрите, вот есть подозрение, оно темное какое-то, да? Да. У меня есть подозрение, что оно не свежее. Как мне определить, свежее оно или нет? Безусловно, только через видеокамеру. Вот это вот. Почему? Перестикировано. Перестикировано? Да. Почему? В смысле? Вот у нас есть маркировка такая родная. Как ее избавиться от нее вообще? Невозможно. Вот она есть, родная, да, такая? Да, это родная, это аннотация родная. Родная? Да. Она подходит, в принципе, под это мясо, и у них по весу тоже подходит. Да, да, да. Вот, вот таким образом это берется, снимается. Понимаете? Тележка где? Понимаете? Угу. И так дальше. Снимается и накладывается новый стикер. Новый стикер. Да. То есть когда распаковано? Да. То есть вот она годна до 31-го. Вот просто расскажите, они могут наврать? То есть, допустим, не 26-го распаковали они ее, а 22-го? Да. Могут? И перестикировали. То есть вы ответственно, как работник, который здесь работал, можете об этом только заявить? Не 26-го, потому что он пришел 24-го. Ну, допустим, 24-го. Да, 24-го там, или 25-го, да. Его распаковали, вскрыли, он не продался два дня или там день, знают, что не будет, не продастся следующий день, они его перестикировывают. И новый вот клеют. Товар. Да, с 24. И то есть я даже, вот понимаешь, Владимир, я даже не пойму, свежий это продукт или нет. Даже вот с теми навыками, которые у меня есть, что я попрошу, ну-ка дайте аннотацию, мы все вместе взвесим общий. Он безусловно. И все равно не смогу понять. Трехсуточный. Вопрос просто, зачем это? Вот азбука вкуса по марже место номер один занимает по всем магазинам. То есть они зарабатывают больше всех денег среди всех ритейлов. Зачем им это надо? Ну, я вас уверяю, что прогон просрок – это слишком большой кусок, чтобы азбука отказалась. От них. Это большая статья доходов. Надо сказать Хакимову, директору, большое спасибо. А Хакимова – это у него фамилия, место директор. Действующий. Да, действующий. Она сейчас здесь, Хакимова? Нет, к сожалению, нет. А зам? И заместитель? Зам нет. Ответственный? Администратор? Сейчас пока заменяет старший кассир. Старший кассир. Давайте сюда его, старшего кассира. Давайте. Позовите, пожалуйста. Ну или вы, Владимир, позовите кто-нибудь. Да. Пожалуйста. Я вижу два работника, кто-нибудь позовите. А грамм 300, звезти, пожалуйста. Позвали, да, Владимир? Да, сейчас ты. Вот на вид. Как тебе, Володь, посмотри, как тебе на вид язык?
Ты любишь язык? Меня он пугает на самом деле, но я не знаю, может быть это и нормально. Вам нравится? Здравствуйте. Внешний вид языка нравится вам? Главное, чтобы вам нравился. Ну мне не нравится. Владимир, вы как специалист, как вам кажется? Ну что? А почему вы решили, вот как специалист, я вам скажу так, что этот товар, язык, вообще не должен быть выложен на льду. Его место, вон он там лежит. Там, а почему у него здесь? Вы попросите у них, чтобы они принесли вам ассортиментный перечень на льду, для льда или для прилавка. То есть у вас сюда даже не должен он быть. Правда говорит здесь? Не правда говорит? Ну мы проверим. Это легко проверяется. Понимаете? То есть этот товар. Вот смотрите, администратор вы, да? Скажите, вот это маркировка, правильно? Правильно. По закону весь товар, который вы упаковываете и предлагаете потребителю, должен быть промаркирован. Правильно? Дата. Я вижу, промаркирован. Скажите, что здесь не хватает? В смысле, в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза. Что здесь не хватает? Здесь точно что-то не хватает. Вот на камеру. Что там не хватает? Вот скажите мне, как специалист, как ответственный работник. Вы имеете в виду, здесь не хватает даты? Даты производства. Замечательно. Где даты производства делается на аннотации. А вы не знаете, что здесь должно указываться? Оно здесь не должно. Оно не должно? Еще а один. Нет. Вашу коллегу уже оштрафовали за такие знания. И скоро вас оштрафуют. Почему я должен лучше вас знать законы и правила торговли? Почему? А почему вы решили, что вы должны? Как вы думаете, маркировку, которую вы мне предлагаете, она мне дала полную информацию про язык? Так по вашей просьбе вам могут всю эту информацию. Причем здесь просьба? Чтобы не было этих просьб, должны были, закон установил. Не вы установили, а закон установил, что вы должны их сразу проставлять. Дайте, пожалуйста, аннотацию на язык. А чтобы человек вообще никак не... Да, не уходите, пожалуйста, у нас к вам очень много вопросов. Мы сегодня заберем у вас весь вечер. А мне... Я не могу оставить. Мне нужен ответственный человек. Вы стояли в очереди. Звоните. Звоните, разбирайтесь, вызывайте кого-нибудь ответственного. Магазин работает до 20. А я приду, когда замдиректор. Я приду. Раньше, согласитесь, и все вопросы. Честный человек, это не Годин. Когда нет никого. Годин, нет. Анастасия. А что вы так взялись-то на него, я не понимаю? Нет, очень отзывчивый человек. Настя, иди сюда. В другое время. А при чем тут другое время? Как при чем? Ну, не закрыть. Я вам больше скажу. Я уже сюда заходил, и у вас маркировки не было. На что не было? Да ни на что не было. На любые товары, которые вы упаковываете. Она где-то есть, именно у нас ее нет. Она где-то есть. И ваш коллега, которого мы уже привлекли, он уже поменял свою стратегию ведения бизнеса, и теперь там маркировка есть. Почему-то после того, когда я сказал. Хотя по факту, когда я с ним разбирался, точно вот так же упирался, еще и хуже. 29-го. Язык говяжий. 29-го. Когда его открыли? Тоже сегодня. Ну, на вид я не знаю. Сегодня открыли, поэтому на вид он мне очень не нравится. Согласитесь. Как он вам, Владимир, на вид? Ну, я объясняю. Значит, он не должен быть на льду вообще. Он в припеке. Пойдем, я тебе покажу, где он. Раньше ему все нравилось. Вот он стоит. Не ругайтесь, пожалуйста. Вот он здесь, припеке. Что получается? Значит, товар не держится ровно, товар портится. Вот здесь? Да. Поэтому они его туда суют? Да, неважно где, да. Он развакуумился там, да, и все прочее. Чтоб его не списывать, вот это и есть тоже часть прогона про срок. Его вскрывают и выкладывают на лед. Вот и все. Потому что люди берут лучше нарезанный, им не нужен большой кусок. Они берут нарезанный. Но по красоте он лучше. Ну вот просто сравни. Конечно, лучше. Сравни, какой это темный. Вот поэтому этот остался здесь пока. А этот будет как в помойке лежать. Ты бы какой съел? Вот этот темный или вот этот свежий? Этот бы я вообще не съел. То есть, вот серьезно, по внешнему виду уже не верю, то, что они мне дают. Но вы прям говорите, что они вот прям так и делают. Безусловно. И вы это тоже делали? Ну, я там, ну а как же, я вынужден был делать под страхом увольнения. А, то есть они говорят, прям делайте вот так, иначе мы вас уволим. Дайте аннотацию. Аннотацию дайте, нет, я уберу. Нет, подождите, пожалуйста. Я вам верну. Не беспокойтесь, я вам верну. Все, они так и не принесли, да, мне? Три аннотации. На самом деле, вот здесь, вот сейчас, я просто хочу вам объяснить, просто скрывается жуткий, прямо, я не знаю, как махинации, как это назвать вообще? Прогон просрока, это по-русски называется. В вашей внутренней терминологии это называется прогон просрока. Да, прогон просрока. А все это делают? Все да, это делают? Да, вот этот вот веселый тоже это тоже делает. Да. Вы тоже занимаетесь посмотрите этим? Сюда. Вы мусульманин? Да. Мне да. Недавно написал мусульманин один и говорит: Павел, приходите к нам в магазин, потому что меня заставляют просроком торговать. Нет, у нас такое... А я, говорит, мусульманин, я не могу делать людям вред. Поэтому приди и помоги, пожалуйста.
Не, вам показали сисоки? А вы смеетесь, Мне вам сисоки показали? Нет, я до сих пор жду. А, ну я не продавец этого дела, я что? Ну, тогда не смейтесь, не издевайтесь на человека. Я даже если он, может быть, кажется вам смешным. Почему? Вы первые вы должны были сказать, не издевайтесь. И коллеге своей сказать, чтобы она не обзывалась. Первый. Нет, что данный сотрудник компетентен во всех вопросах, и он все знает. А это уже решу я сам. Как? Ну, я же оцениваю его деятельность. Вы придите в нормальное время, Я оцениваю вашу деятельность, его деятельность. Я сам могу оценить. Дайте мне, пожалуйста. Почему вы именно обращаетесь к нему? Можно вот вопрос спросить? Он что, компетентен во всех отделах? Смотрите. Он может ответить на все ваши вопросы. В данный момент я нашел. Здесь 450 грамм мидий. И вот там 1,5 килограмма мидий. Аннотация есть. 2 килограмма мидий. Аннотацию дали на 600 грамм. А вы приходите с утра, чтобы продавец был на месте. А вы работаете тогда, когда есть все на месте. Ну просто вы пришли в воскресенье, когда закрывается магазин. Вы придите. Все сотрудники магазина «Азбука вкуса», весь вообще персонал проходит менеджмент. Там у них есть прям специальная аббревиатура. Правила менеджмента. В общем, они проходят IS, я не помню, как точно называется, где там прям четко прописано. Продукт должен появиться на прилавке после контроля ответственных, только после этого он должен здесь появиться. То есть ответственный, который сюда его допустил. Они мне сейчас говорят, приходите днем, тогда все нормально, а сейчас все плохо. С этой точки зрения, может быть, не будете вообще продавать тогда вечером, когда все плохо? Здесь все продается, что хорошего, сроком аннотации. Годности, все стоит на витрине. Аннотации. Вы сейчас работаете в другом отделе? Да. Вы работали на этом мясе? Да, работал 2 месяца. Я, насколько понял, у вас конфликт. Из того, что мы видели, то, что вы рассказали, был конфликт с руководством? Конфликт только в том смысле, что она заставляет, директор Хакимова заставляет меня торговать про сроком. Угу. Я был вынужден, да, под страхом увольнения это делать одно время. Потом, когда дошло дело до перестикировки, которую я сейчас, да, показал, угу. Вот, я, естественно, отказался категорически. Все, вот тогда все началось с этого момента. То есть это длится уже примерно около 4 месяцев. 4 месяца? Да. Я понял. Когда я уходил отсюда, да, из этого отдела, переводился, я взял вот эти документы оттуда. Документы. Они не успели, да. Можно? Они не успели их сбросить, они сбросили сними, пожалуйста, потом, документы. Но это было уже поздно. Я, конечно, плохо понимаю, что пожалуйста, здесь. Пожалуйста, я сейчас объясню. Объясните. Вот это, кстати говоря, вот этот документ того самого... Простите. Того самого смешливого Ерлана Жолымбетова, вот этот вот, угу. Вот, который составлял он там на мясе. Угу. Сейчас я вам объясню, что здесь. Значит, вот смотрите, вот Жолымбетов пишет, да, вот, этот документ составляется каждый день вечером, перед уходом, да, домой. Значит, магазин работает до 23 часов, а мясо работает до 10. Вот эта бумага составляется для тех, кто остался еще вот этот час. Вот этот час до 11. С 10 до 11, да, чтобы по этому документу, да, принимать какие-то действия. Вот тут написано списание. Вот это вот идет списание. И то люди, есть это надо выкинуть? Да, они выбрасывают, списывают. А вот написано в холодильник. Это имеется в виду что? Холодильник номер 6. Почему именно этот холодильник? Потому что там же стоит еще и емкости для просрочки, чтобы можно было в случае вот какой-то проверки моментально сбросить отсюда в эти ведра как просрочку, а документы они уже доведут уже, потом. Уже, да, как бы меньше. Да, как бы не вопрос. Так вот, в холодильник. Вот. И все, и список. Это почему в холодильник? Потому что здесь оставить нельзя, потому что товар имеет 2 срока. Один длинный, основной, и другой после вскрытия. Вот этот товар весь уже не имеет первого срока. Если из большого срока уже вышел он, поэтому он здесь не может находиться. В принципе, его нельзя перестикировать. И перестикировать невозможно. Нет. Только тот, который поэтому может перестикировать. Поэтому он отвозится в камеру номер 6. Для чего? Чтобы завтра, после 3 часов, если это будни, понедельник, вторник, среда, четверг, после 3 часов вернуть его сюда. После 3? Почему после 3? Потому что все проверки здесь так заведено или договорено, все проверки, которые бывают, СМК, ПКТ, прочее, осуществляются только до 3 часов дня. Вот как поэтому они, да? После 3 часов дня тут делай, что хочешь. И с четверга 3 часов дня... А так мне дня... надо было до 3 приходить, да? Да, в любое время приходить. До 3 нормально? Не, в любое время. Ну вот сейчас, нормально же? С четверга после 3 часов дня... пятницу, субботу и воскресенье этот товар вообще не обязательно куда-либо убирать, потому что проверок не бывает в эти дни вовсе. Вот эта бумага за
заполнена была вот этим самым. Это один человек заполнял ее? Да, да, да. Вот я просто, чтобы наглядно было понятно. Вот этим самым Герланом. Вот есть такая вот язык, да? Вот да. У него общий срок до 31 числа. Да. А после вскрытия у него 48 часов. Да. Допустим, они вскрыли его 25 числа. Вскрыли. Ну. За 25 число они его не продали. Поэтому они вечером говорят... 27 числа его не должно вращать. Поэтому они вечером говорят его поставить в холодильник, чтобы на следующий день, поменять стикер, якобы сегодня. Я трачу время на СМИ, успокойтесь. Нет, у вас рабочий день закончился. Нет, нет. Теперь я могу туда не покинуть помещение. Мы вас спросим потом, все, до свидания. Мы вас потом спросим, вы расскажете. А скажите, что за перекодирование весов, что это такое вообще? Так, значит, вот смотрите, у меня есть как раз вот то, чего не должно быть у меня и ни у кого из этих работников. Это то самое, вот оно. Вот, это тот самый код. А, это код, вот. Это весов. Да, ну-ка, перекодирование покажи, покажи весов. Настя тоже. То есть это код, который надо набирать на весах? Перекодирование весов, перекодируешь, а вводишь, да, любые. Вот даже вот эти? Да, любые. Электронные весы, перекодируешь, вводишь дату, ставишь завтрашнюю дату, да. Завтра, mm-hmm. Может, после завтра. Прямо сегодня мы ставим завтрашнюю дату? Сегодня, да. И это возможно, если этот код? Да, да, да. Код перекодируешь, поставил дату и остикеровал завтрашним числом и вернул опять по этому коду назад. В это же время, вот как, с чего ты начал. Все. Вот посмотри, с тебя вот снимай, Владимир. Самое. Они там шухер наводят, разбираются. Да, да. Все собрались. Я привык уже тут. Они вас ненавидеть будут за это? Они вас будут отзывать? Они давно ненавидят. Тут все такие. А скажите еще, все отлично что знают. Они вам еще плохого сделали за это? Ну, я слышал, супругой вас еще тоже как-то не поиздевались. Супругу, значит, достали так, что она вынуждена была уволиться. Она работала. Загнобили, в общем. Да, да, она работала товароведом. И все по тому же причине, потому что она не хотела гнать про срок. Нет, она товаровед. Она просто знает просто вас. Она просто за меня страдает. Просто как мужу. То есть на меня давили через жену. Вот что они делают. Вот и все. Поэтому она вынуждена была уволиться. Вот эти составляются, да, документы каждый день. Вот их, пожалуйста, я сделал несколько штук. Самое главное, я хотел сказать, то есть в том, что они гонят про срок именно по мясу, да, вы, допустим? Да. В этом участвуют все. В этом участвуют все. Безусловно. В том-то и дело, что участвуют те, кто работает там, участвуют те, кто вот это вот, да, отвозят по холодильникам, да, рассовывает. То есть в этом, я уже молчу о том, что все знают. Но непосредственно к этому отношение имеют 15-20 человек, непосредственно. И почему они все об этом не говорят? И мне жалко других людей. Потому что они с руки у директора едят. И системой, вот этой оценочной системой, спущенной сверху, она контролирует прогон про срок. Она заставляет его. Оценочная система как для работников, поэтому не боятся. А сама директор от этого что получает? А сама директор получает, естественно, снижение списания. А списание спущено 2% всего. А, то есть руководство говорит, не более 2% списания? Не более 2%. Их не волнует, они, в общем, сказали, не более 2% списания, поэтому делайте, что хотите. Да, не просто делайте, а выдали вот эту систему. Это я к этому как бы пришел. Почему? Потому что я написал массу докладных. Начиная от Хакимовой, кончая президентом азбуки, да. Вот. И все, что я получил, не просмотр камер, которые я требовал. Да, вот эти видеокамеры. Да. Тут каждый метр просмотрен. На видеокамерах видно. Все видно. Как они перестикировывают. А начальник смены об этом может умолчать. Да, естественно. Охрана. Все знают. Все знают здесь. Вот в чем все дело. Но они едят с руки, а Хакимов через эту оценочную систему заставляет людей, ну, что, плюс там увольнение и прочее, заставляет людей торговать про срок. Вот она получает уменьшение списания, все равно, конечно, на 2 не попадает никак. Вот там и 8, и 14, там по-всякому процент. Но в любом случае, она, когда делает хороший результат, ее как-то, я не знаю, естественно, мотивирует? Во-первых, она ждет все время перспективы роста какой-то. Тут то есть, любой кто отличился, директор, тот растет. Да, любой замдиректора, который отличается как бы в просройке, он движется. Ну, понимаете, движется вверх. Почему? Потому что, еще раз говорю, это огромный кусок в азбуке вкуса, это вот эта вот просрочка. Это денег, колоссальное количество денег. По вашему опыту, когда вы этим занимались, допустим, когда вы еще с этим разбирались, сколько можно было, допустим, за выходные реализовать вот именно просрока, вот, не свежего мяса? Вот примерно, я прикидывал так, значит, вот эти вот, да, рабочие дни, понедельник, четверг, это где-то вот от оборота, да, вот, да, от общего. Это где-то примерно 30-50%. Это в
это самое, в будни вот эти. В будни. Что же касается выходные, там до 70% без вопросов. От всего проданного вот этого мяса? Да. В основном все просрочка. Почему бы разом не выкинуть и переделать? Это же касается, машину. Безусловно, дальше кулинария. Дальше рыба, вот та самая Вика Булдаева, которая там больше всех сейчас возмущалась, да? У нее в рыбе вот, тоже. Вот она как раз с рыбой, для нее это вопрос больной. Они с рыбой тоже так делают? Абсолютно. Это потом дальше идет по количеству колбаса, дальше сыр по количеству, как бы, да, по уменьшению, в сторону уменьшения. Дальше торт. Может, вы еще что-то хотите самое главное сказать, вот, что вот не сказали, что надо всем я людям знать? Я подстраховывался, когда она меня заставляла, Хакимова заставляла? Да, торговать просроком, в которой я снимаю с себя ответственность, как бы, за... заявлять о том, что есть такой момент, я понял. Заявляю, да. А еще вот, что-нибудь такое можете сказать, что обычному потребителю нужно знать, когда он приходит в Азбуку вкуса? Значит, от вас лично? Значит, во-первых... Это просто, значит, в Азбуке вкуса на весовой продукции нечего делать до 3 часов дня в будни, а в пятницу, субботу, воскресенье вообще не приходить, потому что просрок идет круглый день, пятницу, субботу, воскресенье. А в будни после 3 получается? Да, а в будни, потому что так договорено. Или, с руководством? Да, с руководством, с проверяющими вот этими организациями. Значит, что все проверки осуществляются до 3 часов. А Роспотребнадзор часто приходит по магазину? Крайне редко. Причем, вот я как раз писал, был Роспотребнадзор по этому вопросу, но его прихода знали и ждали 2 месяца. Вот за я еще... 2 месяца до этого. Тут вообще в Азбуке вкуса полно всяких таких моментов, типа, как вы говорили, СКТ, СМК, БКТ. Да. Я знаю, что даже слепки с рук снимают. Да, ну как снимают? Не слепки, а... Ну, мазок какой-то, да? Да, как это? Замеряют загрязненный с рук. Приходит в халате девушка, значит, с пробирочками и прочее. Она должна подойти и взять вот этот мазок, да, с рук. Угу. Вот. Но она подходит и говорит, помойте руки, а потом там есть специальная жидкость, как у тебя, для мытья рук. Помойте этой жидкостью руки, и потом вы приходите с этим просушенными руками, вот так. И она берет у вас этот мазок. Вот так это проходит. Елочка-выталочка. Нормальная система контроля, да? А потом Азбука вкуса заявляет покупателям, у нас огромный отбор, у нас огромный там контроль. Вы сейчас просто скажите что-нибудь то, молчал, что прямо вот разрушит все эти вот мысли, то, что гонит просрок. Вот вы скажете, мы логически подумаем, да, скажем, да, иначе невозможно словами такого. Словами ничего да не подтвердишь. Не подтвердится. Это документально. А то, что он написан в Филькины гранты, это домыслы его данного человека. И вы никак не сможете вот просто разрушить этот вот миф, в вот это вранье. Да. Сейчас нет уже, потому просто... что время, кассу надо снять, все уже, магазин у нас закрывается. Нам надо верить, то есть мне надо взять язык, сравнить свежий и вот тот, который мне продали. Там же стикер показали. Нет, я просто сверил их. Один грязный, черствый какой-то, тухлый, ну прям по виду противный, а другой свеженький. Ну, согласитесь, я должен вам просто поверить. Тухлым и грязным. Ну он вот вам показать вас. Вот давайте сравним прямо. Пойдемте сравним. С чем сравним? Свежий язык, который. Мы же там были, только смотрели. Вот именно. Я даже на камеру показал. Вот свежий язык видно, что он запакованный, он не раскрывался. А вот этот по-любому перестикировался. И там видно, прям как он потемнел весь. Почернел, потемнел, потому что залежался уже, понимаете? Нет. Я с вами не согласна. Не согласна. Владимир, скажите, пожалуйста, вот все-таки как-то, я не знаю, подытожить. Угу. Любой простой обычный человек, типа даже вот такого, как Владимир, да, угу, который занимается вот этим всеми вопросами, он не сможет понять, обманывают его или нет, да? Угу. Роспотребнадзор понял, сможет? Я понял, он сможет, если захочет. Когда-то... А что ему надо будет сделать Роспотребнадзору, чтобы я камеры, вот прямо написал ему? Камеры смотреть. Отследить все, камеры, да, которые... Больше ничего не нужно, только посмотреть камеры. Вот она, пойдите, посмотрите. Вот камера, под которой все делают. Вот она висит. Вот она направлена сюда. Здесь перестикировка. Здесь перевод, перекодирование весов. Там он на полу возле холодильника, разморозка замороженного товара из третьей камеры. То есть вот так обычному человеку невозможно? Обычный человек, ну как, вот пожалуйста, я же говорю, что вот оно, вот на мой вкус, это свинина просроченная. То есть, ну как минимум 3 дня так она выглядит. Свинина должна быть светлой. Она почти как говядина по цвету сейчас стала. Это ей 3 дня, это значит, как минимум она второй раз перестикировала. Ну всяко не один день, как должно конечно, быть. Конечно, безусловно. Вам большое спасибо за то, что да вы участвовали. Что, вы я думаю, куча людей будут вам признателен за то, что вы открыли глаза. Да, и... да. И обращайтесь вы сами, и куча людей. Да, в Роспотребнадзор надо обязательно, помогу, чтобы... да, чем смогу. Здесь нужно разрешение прокуратуры и вообще с прокуратурой смотреть камеры. И все, больше ничего доказывать не надо.
все ясно и понятно. Да, они сами могут. Позвали меня, камеры включили, я говорю, что делается, вот, пожалуйста, вот, вот отвезли, вот привезли. Ребят, мы сейчас на фоне Азбука Вкуса, это другая Азбука Вкуса, но мы просто, чтобы был фон, хочу сказать вам одну очень важную вещь. Владимир, который является работником Азбука Вкуса, мы за него очень переживаем. Он действительно нам все рассказал, все подробно осветил. И руководство Азбуки Вкуса, конечно, будут за него за это, как минимум, очень злые. И если они уже кучу проблем ему придумали, то они по-любому потом какие-нибудь иски подадут, типа клеветы. Хочу сказать, и Азбуке Вкуса, и всем другим людям, это не клевета, он не наговаривает. Есть куча пруфов, куча документов, и я вам продемонстрирую. Это те заявления, которые он отправлял руководству Азбуки Вкуса. Это были и директор, это были и вице-президент, и это был и самый главный президент. Он всем писал это, всем жаловался, всех просил привлечь как-то внимание, разобраться в этой ситуации. Они не хотели, и, собственно, поэтому Владимир всем им рассказывал, и нам сегодня тоже рассказал. Поэтому, надеюсь, все для него обойдется, и вас прошу поддержать этот ролик, чтобы и Владимир не зря, не просто так все это раскрыл, чтобы это получило какой-то резонанс. Спасибо вам большое. Удачи.